Всем привет, друзья! Я пришла с самоката, съездила. Хотела за картошкой заехать. Сделала круг возле церкви прокататься. И думаю, ну-ка зайду. Что там есть из еды бесплатной? Уже 100 лет не заходила. Ну и вот сейчас вам покажу, что есть, что я принесла. Значит, естественно, я не стала все брать. Только такое самое, то, что мне пригодится для Вани, ну и, возможно, для нас. Виноградное желе. Вот это тунец. 2 банки. Салат из него можно делать. Молоко. 2 одинаковых маленьких. Это литр где-то. Вот так. Персик. И кукуруза. Дальше. Каша. В пакетах овсяная. Вкусная. Дали вот такую упаковку замороженного картофельного пюре. Значит, написано Homestyle mashed potato. В жизни никогда такого не было, растворимая была. Я не стала брать из пакетов картошку эту. А вот это вот, видно, делают для домов престарелых, знаете. И дали срок годности до 25 марта. Дальше дали вот такую замороженную колбасу. Тоже написано «Not for sale». Она была упакована и заморожена в сентябре. Свиная колбаса польская написано. Тоже, скорее всего, они делают для вот этих всех домов престарелых. Не знаю по поводу этой колбасы. Мне интересно вообще знать, какого типа это продукт. И я его разморожу так, что держать в холодильнике мы не будем. Я сделаю в эйрфрайере. Попробуем, можно ли его кушать. Потому как у меня так долго не лежат колбасы. Хотя, в принципе, наверное, колбаса лежит долго. Тут написано, что замороженная. 29 сентября она была упакована и заморожена. Картошку сказала одна женщина на раздаче, что очень вкусная и что она сама ее ест. Ну, это мы тоже посмотрим. Это я все буду размораживать, так как вы сами понимаете, храниться оно у меня не будет в морозилке. Ну и вот это. И также дали ваучер на сколько там яиц? Dozen. Там 12 яиц, стандартный лоток. Хлеб я не брала, мне не надо, потому как я сама пеку. И бесплатный хлеб, ну зачем он мне нужен? Будет сохнуть только. Ну и все, вот такие дела. Вот ваучер. И сейчас ваучер я беру с собой. Также мне нужно кинуть письмо для школы. И буду опять выходить. Опять выходить буду. И ехать на самокате уже конкретно за картошкой. А то дернуло меня повернуть. Погодка хорошая. Я по самокату соскучилась. Вот и езжу. Ну, вот мой самокатик. Самокатик. Они увидели, говорит, о, ты снимаешь видео. Ну, я отвернула сразу. Хотя разговор наш не слышен, потому как я вот эту штучку вставляю, когда еду, чтобы не было шумов всяких. Потом буду озвучивать, что они говорили.
Всем пока-пока.